Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 2 мая. Капризы природы, часть 3 о погоде в городе Барнауле. Так, 2 мая у нас в нашем любимом городе Барнауле лежит снег. Это он еще подтаял, а утром вообще все в снегу было. Вот такие капризы природы у нас 2 мая. Все, и в том числе и я, ходят в теплых осенних куртках. Прям очень теплых. Потому что, скажу я вам, погода у нас прохладная. Дорогие друзья, пишите комментарии к этому видео о капризах природы. Какая погода у вас в вашем регионе, какая погода вообще в мире. Дорогие друзья, желаю всем сибирского здоровья и кавказского долголетия. С уважением, Николай.